9 часов утра. Мы приехали в Торжок на 8-й Дедан. Это мотопробег. Обещают 100 мотоциклов. Серега замутил такой пробег. Уже 8-й год проводит. Что такое Дедан? Дедан — это замечательное зимнее мероприятие. Прохлад на наших советских мотоциклах по лесу и не дает нам уйти в зимнюю спячку, так сказать. Ты будешь участвовать на мотоцикле Урал 650? Да. А на сколько участников планируется сегодня? Больше 100 планировали. А там как посмотрим, как заведутся. Василий, как ты думаешь, что мотоциклы смогут завестись? Я думаю, нет. Одновременно? Нереально, нереально. Эту колонну мы будем ждать долго, когда она выйдет. Первый раз сюда приехали, вот посмотрим, что это такое. И вы приехали вдвоем с девушкой, да? Да, вместе приехали. Вы-то на что надеетесь? Я надеюсь не потонуть в сугробах в лесу. Но самое главное — получить море ярких впечатлений и эмоций от мероприятия, потому что зимой мало чего проходит. Что для вас Дедан? Дедан для нас все. Самое главное — не расстраиваться никогда. О, высоко! Вон их тоже, тоже. Ой, Миша, привет, здравствуй. Тут все насрадные. Пошли мотики смотреть, Миша. Пойдем. Меня ты записал? Ой, Юра. Все, мы почти готовы. Побьем рекорд. Поставим рекорд. По оппозитным моторам. Лена, рот замерз, не могу ничего сказать. Устал. Уже неделю готовимся, не можем никак приготовиться. Ну, вроде должно все получиться. Все. Дёрт-трек. Это вот... трековое. То, что вы где гоняете на них, вот без башен. Да, по овалу, да? Там закольцованная трасса, либо по грунту, либо зимой по льду или по снегу. Очень круто. Сегодня продемонстрируем, что-нибудь покажем на трассе. На кроссовой, да? Да, на кроссовой для нас есть плоское кольцо. Сегодня там что-нибудь попробуем показать из того, что есть. Ну, что-то есть. Слушай, ну что тут, серьезные шипы уже, уровень, конечно. Все вы уже знаете, и рассказывать вам нечего. Вы уже методом проб и ошибок, плюс падения, да, шишки набитые. Все тут. Ну, заднее колесо, наверное, бы можно добавить, да? Нет, наоборот, да? Потому что дрифтило. А, чуть-чуть. Да, да, да. Фокус постоянно. Кое-какое количество уже людей подтянулось у нас. Ну, хотелось бы, чтобы и здесь, например, в Торжке, и в Нижнем Новгороде тоже направление это развивалось. Очень опасный вид спорта. Ничего страшного. Ну, у нас мужской клуб, поэтому мы только за опасность. Ой, Сергей! Здравствуйте, Сергей! Уралгон! На Торжке, на Дедане. Мы добрались. Маргарита, что для вас Дедан? Дедан — наше все. Все на Дедан. 100 Уралов. Мы должны побить этот рекорд. Мы должны это сегодня сделать. Кто-то уже потерял, да? Это не наше. Однозначно. Василий, что вы ожидаете от Дедана? Только рекордов и только рекордов. Так же, как и от Уралгона. Всю
жизнь ездили на мотоциклах, на советских. Все мы, почти все собравшиеся здесь, я уверен, ездили на советских мопедах и мотоциклах. Со временем они были модные, потом не модные, потом мы купили какие-то другие мотоциклы. Но тяга к нашим добрым советским мотоциклам осталась. И мы продолжали на них зимой ездить каждый год. На самом деле традиция зимних поездок насчитывает ровно 20 лет. То есть мы каждый год, всю жизнь, можно сказать, сознательно ездим на оппозитах и на других мотоциклах зимой. И вот это вылилось в такое вот мероприятие, которое сегодня происходит. Некоторое время назад начали заниматься ретро-техникой. И кто-то, может, знает, не знает, мы создали небольшой ретро-музей, будем его развивать. И наш сегодняшний рекорд, он, в общем-то, имеет прямое отношение к ретро-технике, потому что все наши Уралы, они, я думаю, 50, 60, там, 30-40 лет. Это конкретная ретро-техника, и это в определенном смысле ретро-пробег. Вот, соответственно, настоящие русские мотоциклисты на настоящих русских мотоциклах. Вот, значит, здесь присутствует, ну, наверное, вся центральная часть Российской Федерации. Здесь и северный регион, и Смоленск. И у нас приехал мотоциклист Дмитрий своим ходом с Иваново. Мы ему чуть попозже подготовим специальную грамоту. Значит, здесь перед нами прямо в центре стоит Серега Батон. Вот, значит, поприветствуем основателя Уралгона Серегу Батона. Спасибо. На самом деле, огромный вклад в вообще вот всю эту оппозитную движуху принадлежит ему, конкретно Серому и его команде Нижнего Новгорода, за что вам большое спасибо. Вы подогревали все время это интересно, подогреваете, продолжайте подогревать. Вот, значит, здесь находится гомельская команда. Ребята развивают такое оппозитное направление Dirt Track. То есть, ну, вы сегодня увидите показательный заезд на трассе, это интересно. Здесь находятся ребята из московского кружка «Урал детям». Замечательная, классная движуха. Они, кроме того, что просто воспитывают детей технически, они еще и делают это в соцсетях открыто, мотивируя к этому всех остальных, и нас в том числе. И мы в Тверском регионе в прошлом году запустили два кружка, и руководители этих кружков, мотодела, здесь в рекорде сейчас будут ехать вместе с нами. Вот. Значит, смоленская команда, королевская команда, многие команды вообще тут ежегодно участвуют, и массовые заезды. Ну и, конечно, массовый заезд, как всегда, ночной лот Санкт-Петербург у нас берут. Вот 9 экипажей и одной командой, это много. Ура! Ура! Так, какой номер у нас будет? 115, покажите. Мы уже 115-е. Это, ожидаю прокатиться и здорово провести время. Вот. На чем будешь участвовать? А вот снегоход стоит, Ямаха. Поехали! Оппозитный рекорд России 2022 год. Да, мы в городе Торжке на 8-м Дедане. Ну, морозно так, 8 градусов мороза. Сейчас будет попытка завестись, и сейчас мы поедем в общую... Встанем в общую колонну, и наша задача завести всю технику и проехать через створ ворот, и только тогда нам засчитают некий рекорд наличие в одном месте более 100 оппозитов. Приехали люди со всей страны, со всей страны. Круто. Как у нормальных оппозиций?
Слушай, мы ничем не отличаемся от общей массы. У нас зарегистрировалось 110 оппозитов, так что давайте все вместе. Очень мощная движуха, поэтому, пацаны, надо приезжать на Дедан. Зима, холод, красота. Тем более, столько оппозитов вы не увидите никогда нигде в одном месте в такое время года. Мощная штука. Давайте все сюда. Случилось. Немножко сломались под двумя. Свечи, что ли, опять? Карбюратор, блядь, прокат вышибло. Кого вышибло? Прокат в карбюраторе. Карбюраторе? Угу. Братцы, что для вас, деда? Братан, все! Рекорды не сложились, будет следующий год покорять. Что случилось, Василий? Сцепление и привод отвалилось. Мы же знали, что это случится. Да. Да, мы для этого сюда и приехали. Чтобы убить технику и подготовить ее еще лучше. Так, ага. Впереди опять кто-то стоит. Серега! Что опять? Что? Мы зимовка до весны, откопаете нас весной. Все? Все. 9 мая ждем. 9 мая ждем, да. Так что случилось? Ничего, отдыхаем. Отдыхаем. Так вон пробка, видишь? Да. А, и здесь пробки. Здесь пробки.
Они переезжают через бревно, чтобы было понятно. Сейчас разгончик хотят через меня перепрыгнуть. Но вот здесь вот ближе ко мне еще одно, более такое, ну, конкретное. Здесь как они через нее переедут. Там сзади квадрос идет. О, а еще идут коляски. Сейчас тут будет интересно. Но этот вот на одном цилиндре, судя по всему. Недочетом, да? 2 километра лесом. Я как красная шапочка здесь двигаюсь, и периодически мне встречаются то сломанные, то побитые. Вот впереди стоит Альфа, что-то там ремонтирует. Я надеюсь, она еще не стартанет до моего прихода. Привет. Че, тебе помощь нужна какая? Да нет, пока. Че у тебя случилось? Да что-то она хвосты перестала держать вообще. Подмерзла, может быть, что-то. Ты тут его укутал ее, да? Ну все, догонишь меня? Надеюсь. Мое любимое дерево сделать. С этой стороны посмотри, Серег. А, записано, Захаров. Как первые 4 километра пути? Круто. Бомбически. Круто. Просто бомбически, просто волны такие классные. Особенно лес, где такие вот деревья вообще бомбические. Зеркала одного нету. Вообще прям вот, класс. Вы еще тоже... еще и толкаешь, тоже здорово. Вы в коляске сидели? Нет. Сзади. Бежали? На коляске я лежала периодически, чтобы не упасть. Как первые 5 километров? 5 первых километров просто огнище. Без происшествий? Ну, перевернулись немножко, снег мягкий. Все отлично. Больше всего пострадал второй пассажир. Он всю дорогу толкает, бегает за мотоциклом, падает. Но не сдается. Все на Дедан, ребята, все на Дедан. Да как мотоцикл, просто толкали, короче, и все. Ну, по коленам, ну, где-то по яйцам снизу. Очень сложно, особенно после вчерашнего возлияния бани. Сложно. Пропотелся. Если это еще обратно будет, ну, блин, надо с кем-то меняться, короче. Сил моих тут нету больше на обратную дорогу. А еще мотокросс. Итак, первый заезд. Ну, вообще здесь всего по одному заезду.
и все участники выстроились на стартовую линию, кто вырвется вперед, мы увидим. Теперь вот пойдут, так сказать, дорожные мопеды, дельты. Конечно, будет посложнее. Смотри, а тот, который остался на старте, их уже почти нагнал. Ну, я болею за дельту, которая простояла на старте, заглохла. Вот она едет, кстати, подмигивает вам, парни. Давай, 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 еще немного, еще немного. Че, как мероприятие, парни? Отлично. Отлично? Да. А кашка как? Кашка вообще супер. Дома такое не сделаешь. Объедение. Друзья, кстати, официальная информация. 108 оппозиторов. Мотоциклом сегодня участвует. Ой,
обалденное мероприятие. Пятый раз уже здесь. Все следующие года буду также верен своей воле. Все круто. Так, это экипаж везет девушек, поэтому ему всех сложнее. Нет? Просто хана. Я на квадрике еле выехал, а они на модиках хотят. Бешеная. Сколько лет делал-то? Неделю. Слушай, ну да, для такого объема работы оковский двигатель, да. Ну, хорошо едет, да. Не за хорошо едет, все. Но это 750? Или 650? А то? 750, да. Ну что, у Урала большое будущее. Но раму пришлось чутка удлинить, да? Да, да, чутка.
То есть это у нас Урал с Аховским двигателем. Какой там у него? 11-13, по-моему, да? Да, да. Крутя. Дорогие друзья, Дедан 8 подходит к своему завершению. Спортивная часть заканчивается. Мы установили рекорд, мы сделали пробег. Мы поучаствовали в соревнованиях. Сейчас готовимся к награждению. Дедан, как всегда, собрал множество участников со всей страны. Ждем вас снова в будущем году на мероприятии Дедан. Ура! 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 Друзья, все видели показательный заезд белорусской команды в классе Dirt Track. Олега, это вам за участие. Вы большие молодцы. Ты один. Максим, Марданян Максим. Первое место, Dirt Track. Оказалось, как Олег первый место. Вот так в спорте бывает. Тактика. Поздравляем. Спасибо. Фото. Есть парень. Есть. Очень круто. Сегодня продемонстрируем, что-нибудь покажем на трассе. Очень опасный вид спорта. Ничего страшного. Мы только за опасность. Слушай, так необычно, голова, ты вообще супер спец. Олег, я не ожидал, что ты так гоняешь круто. Братан, вообще респект, респект. Да, мы были на Байкале, ты говорил, Серый, мы тоже тут пили мотики интересные. Но сейчас я это увидел вживую, брат. Да вообще респектуха тебе. Машины не убрали еще. Ну и что ты скажешь? Жестко, жестко. Интересно, очень интересно. На самом деле. Это надо видеть живое, а не на камеру. Задними, поэтому носит, а так в целом очень круто. Овал все позволяет разогнаться, рулить. Где в Dirt Track? Павлов Виктор, город Тверь, третье место. Крылов Дмитрий, Ночные Волки, Мытищи, второе место. Давай, бегом. А что я тут? Залей.
документы. И первое место. Москвин Александр. Ночные волки. Пушкина. Волшебный это. А что, ну тоже одну банку? Поздравляю. На первом месте одна банка, на втором два. Аплодисменты парням. Фото. Юрий Васильевич, тренер. Второе место. Макаров Лука. Класс коляски, дети. Второе место. Парень, который потерялся, а потом нашелся. Захаров Владимир. Чик будешь, придем. Хожу ко мне подходит, говорит, не пропускает ни одного мероприятия. И сегодня они также приехали. И будут участвовать в соревнованиях с колясками. Паша Смоленский, НВ Смоленск. Третье место, класс коляски. Второе место сборной команды Рязанского, Рязанской области. Где? НВ Шилова и НВ Рязань. Первое место, парни, которые просто летели как сапсан по рельсам. Команда ночных волков, Нижний Новгород. Это класс, Дидон. Третье место, ночные волки, Санкт-Петербург. Второе место. Ночные волки. Торжок. Ну и первое место. Кардецкий Дмитрий. Город Осташко. Значит, это восьмой дедан, который он не пропустил. Сегодня самая прекрасная номинация, леди рекорда России. Сегодня у нас участвовало три девушки. Одна из них Юманова Елена. Андреева Мария. И Марго. Ночные Валькирии. Что делать? Это специальная грамота. Леди, которая. Да, держи. Фото прилагается. Ну, мы сегодня уже говорили утра и еще раз хотим повторить с радостью. Самая массовая команда — это команда Санкт-Петербурга. Выходите сюда! Давай сюда, наверх. Слепать! А где слепать? Давай. Санкт-Петербург! Один болеет! Красавчик! Друзья, на этом спортивное мероприятие и вообще дедам 8, наверное, мы были вынуждены, к сожалению, подытожить, закончить. Сейчас мы организованной колонной двигаемся на базу лобоклуба, где всех ждет ужин, баня, общение и отдых. Друзья, в который раз скажу, что искренне рады вас всех видеть. Нам очень нравится такая движуха, зимняя, летняя, спортивная, любая. Будем рады организовывать новые мероприятия. Готовьте технику, приезжайте. До новых встреч. Ура! 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 Ура!